Всем приветики. Заказал себе в Китае такой моторчик. Правда, честно говоря, я думал, он будет вот такой. А он намного поменьше. Пришел просто в почтовом пакетике, внутри которого лежал такой пакетик. И почтовый пакетик мягкий, без ничего, без пупырки. Просто пакетик. Вот. И в нем такая вот штука. Или с пупыркой, сейчас гляну. Нет, все-таки пупырка была. То есть почтовый пакетик, внутри которого пупырка. И этот пакетик. Есть какой-то штрих-код. Что он значит, я не знаю. Вот сам моторчик. Это моторчик, который должен создавать вибрацию. Вот он работает от 3 до 6 ампер. Выдает число оборотов, по-моему, около 10 или 12 тысяч в минуту. То есть довольно-таки мощный. Мотор, что внутри не видно, но какие-то обмотки, что-то такое. Даже вентиляция здесь есть. И здесь, и здесь. Такая вот штука. Слегка здесь погнуты эти штуки были, я их уже подровнял немножко. На вид такой. Ну, где-то вот царапинки есть какие-то такое, что здесь 4 штуки вот этих висит зажато. Ну, можно попробовать подключить к нему 8 вольт. То, что 6 вольт у меня нету. Но есть 5, но подключу 8, посмотрим. Хотя можно и 5 подключить. Попробую сейчас. Итак, вот они 5 вольт у нас идут на 1 ампер. С них переходник. И сейчас подключим это все дело. Так, розетку я подключил. Осталось только соединить 2 провода с самим моторчиком. То есть сюда один вставить. А, он не вставляется. То есть слишком толстый. Ладно, так попробую соединить. Просто пальцами прижму. Ого, аж с рук вылетает. А это 5 вольт только. Ого, аж искры летят. 5 вольт. А что будет, если я подключу 8? Как же за него взяться-то? Блин, я его в руках еле держу. Если подключить его 8, это вообще он улетит у меня. Ну, блин. Ну, работает мощно. Прямо намного мощнее, чем тот, что у меня есть. Вот если сравнить мой старый, вот этот маленький, он вообще по сравнению с ним вообще маленький-маленький. Вот, и он слабо работает. Ему вообще надо 2,5 вольта. А этому можно 6 давать вольт. Естественно, он будет мощнее работать. Если подключить так, где-то второй провод, вот он, то сейчас мы увидим, как оно так улетел. Ну, сейчас мы зажмем в руках нормально. Ну, этот я хотя бы удержать могу, он легкий. А вот этот сложно удержать очень, потому что он слишком жестко вибрирует. Как его тут взять, так вот, чтобы он не улетел. Но этот пока только 5 вольт. Только 5 вольт. Из 6 возможных. А можно дать и больше. Ну, то есть, 5 это типа... Ну, это типа технические характеристики. Но ты можешь дать больше, он правда... Можно 8 попробовать, но это вообще жестко будет. Вот он, блок питания на 8,5 даже. Я не знаю, как его держу сейчас, но попробовать можно. Ну, это вставил в розетку, правда, он такой же, как будто бы тепленький. Тут от 2,5 работает, я ему подаю 5. И он нормально себя чувствует, не греется. А этот может на 6 работать, я ему подаю 5, и он уже греется. Что за ерунда? Там даю намного больше, чем он должен... На что он рассчитан, и он не греется. А этому не намного, но даже меньше подаю, чем на то, что он рассчитан. И он уже греется. Это как-то странно. Сейчас 8 вольт, я не знаю, надо крепко держать. Потому что сейчас будет... А не, как-то даже странно. Как-то слабее даже крутится. Что это за такая
Ну что, он уже сгорел. Слабее. Ну, у меня пальцы практически не вибрируют. 8 вольт. А крутится слабее, чем 5. Как так? Потому что ли защита какая-то? Странно, странно, очень странно. К примеру, вот этому моторчику нужно 2 вольта. Даешь ему, он крутится. Даешь 5 вольт, быстрее крутится. 8 вообще дико крутится. Но при этом он не сильно-то и греется. А этому нужно... От 3 до 6 даешь ему 5, работает мощно. 8 уже слабо, чем 5. Там защита какая-то или как это вообще понять? Я думал, сейчас он начнет крутиться, а он на 8 вольтах вот. Крутится вообще слабо. Вот я даже могу держаться за кончики. Он у меня даже с рук не выскальзывает, он за кончики. Вообще еле-еле, даже перевернуть можно. Тоже еле. Ну вот он, как он работает. Ну, вообще, пальчиками, двумя пальчиками держу. Практически. Не особо он и крутится. Странно там, как так. Ну, а теперь снова 5 ампер. Ой, не 5, 5 вольт, а не ампер. Ампер везде, что там. Там 1 ампер, здесь 1 ампер, а там 1000 миллиампер. Ну, 1000 миллиампер, это 1 ампер, по-моему. Вот. А что-то он уже и хуже стал крутиться, реально. Блин, сразу он быстро крутился. А сейчас он уже стал тепленький и слабее крутится. Плохой мотор, видимо. Потому что сразу он быстро крутился. Ладно бы, если я ему там подал бы 20 вольт, и он бы сгорел. Но я ему подал 5 вольт. Вот теперь помощнее крутится. Так, а в чем тогда причина? Я плохо контакты, что ли, прижимаю? Вот, теперь крутится так, как сразу крутился. И с него какой-то запах металлический чувствуется. Блин, я не знаю, какой-то он странный, уже тепленький такой. Ну, не то чтобы там горячий или что, а такая слегка-слегка, но это странно. Тот моторчик маленького я никогда не грелся. При таких токах. Не токах, а напряжении. Странно, очень странно. Так что вот такой вот моторчик. Ну, что могу сказать? На 5 вольтах он крутится мощнее, чем тот на 5 вольтах. Наверное. Но он греется. Ну, потихоньку начинает греться. Если долго будет работать, наверное, вообще сильно нагреется. Хотя, может, и нет. Какой-то запах от него есть. А на больших вольтах он... работает слабее, чем тот. То есть, если я подаю на этот 5 вольт и на тот 5 вольт моторчик, то вот если на это подаю 5 вольт и на это подаю 5 вольт, то этот быстрее крутится. Но если я подам 8 вольт сюда и сюда, то этот будет слабее крутиться, а этот будет еще быстрее, чем этот будет быстрее крутиться, чем этот. Ну вот как так? Здесь что ли защита какая-то, чтобы он не сгорел, что ли? Типа, чем больше... Оно видит, что больше и сбрасывает на минимальное, или как? Что-то такая, что ли, штука? Ну, не знаю. Ну, так вроде работает на 5 вольтах. Даже помощнее, чем тот, ну, не знаю. Он, правда, греется. Как-то. Нормально это или нет? Вот такой вот моторчик. Как-то так. На этом все. Всем покедово. А, да. А брал я его. Думал, для чего... Для чего? Чтобы взял такой, чтобы, короче, вместо этого поставить сюда. То есть, чтобы оно жестче, типа, ну, это с этим оно громко так и работает, а с этим-то оно пожестче будет, вот. Ну, блин, просто этот, по-моему, сколько я его не трогал, он ни разу не грелся, а этот вдруг греется. Хотя я ему даю не 2 вольта, на как он рассчитан, 2,5, а 5. А этому даю 5. Он рассчитан на 6, он греет. И меня что-то это как-то напрягает. Вот. Ну, не знаю, дальше видно будет. Надеюсь, не сгорит. Вот как-то так. На этом все. Всем покедова.